Тойского района прошло открытие базы спорта и отдыха Сату, приуроченное к 70-летию со дня рождения первого президента Чеченской республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. На открытии был проведен первый открытый турнир на Кубок Сату. На мероприятие были приглашены почетные гости: помощник главы Чеченской республики, многократный чемпион по карате Лечи Курбанов, профессор, доктор исторических наук Асмаев Аббас, кандидат педагогических наук, заслуженный работник физической культуры и спорта Российской Федерации Чимаев Саид Хусейн, заслуженный тренер России и тренер олимпийского чемпиона по греко-римской борьбе Исламбека Альбиева Умал Таубулатов и другие. Вел мероприятие заслуженный тренер России, ветеран спорта Татаев Хусейн Вахидович. Так, внимание, открываем первенство открытого чемпионата на призы САТО в селении Урдухой. Я, прежде чем дать слово нашим гостям, хочу сказать огромное спасибо инициаторам, энтузиастам, которые открыли этот спортивный комплекс. В будущем он будет называться по-настоящему. В комплекс входят плавательный бассейн, залы борьбы, тренажер. Но это начало. Если появятся энтузиасты, спонсоры, инвесторы, здесь будет замечательный стадиончик. Я думаю, что это первое начинание, как и в других местах, в других селах, как это делал Кадыров, который открыл во всех почти селах спортивные сооружения. Теперь, где занимаются наши будущие олимпийцы, это продолжение приобретет здесь. Я еще раз говорю, огромное спасибо инициаторам, огромное спасибо энтузиастам этого начинания, прекраснейшем горном селении. Сегодня у нас присутствуют почетные гости. Чимаев Саид Хусейн, представитель Ленинграда, Санкт-Петербурга, кандидат педагогических наук, директор школы спортивного совершенства Ленинградской области. Асмаев Аббас, доктор исторических наук, профессор. Апаева Абузит, экс-руководитель общества «Даймо». И ваш представитель, ветеран спорта Татаев Хусейн. Слово для приветствия предоставляется Чимаеву Саид Хусейну, представителю города Ленинграда. Я его Ленинград называю потому, что я в 1964 году уезжал учиться там и там закончил. Спонсор нашего турнира. Значит, я хотел бы приветствовать всех гостей сегодня на этом прекрасном турнире. В сегодняшнем турнире, на этой встрече, в которой собрались лучшие друзья, лучшие спортсмены. Действительно, сегодня в республике делается большая работа. Развитие спорта, развитие самой инфраструктуры нашей республики. Еще раз вам успехов, удачи вам. Спасибо. Я приношу извинения. У нас присутствует почетный гость. Заслуженный тренер России по греко-римской борьбе. Тренер олимпийского чемпиона Альбиева Исламбека. Умал, тебе слово. Масу Маша Доваль. Далте Айберт Гивель. Вяхак Сагалич Дон, это Айца Холь Дон, да, Муглаха, Хуно Дон, Дик Дон, спортзал Шхарю Дон, Шу, Хуза Дон, комплекс Шхарю, Хуза спортсмен Шхарбу Дон, Иштмет Кизгю Дон, Далте Айберт Гивель. В рамках мероприятия был вручен нагрудной знак и удостоверение мастер спорта по дзюдо Талхикову Магомеду, что стало для молодого спортсмена неожиданным сюрпризом. Талхикову Магомеду, звание мастер спорта, вручает заслуженный тренер России Таубулатов Умал. На турнире на Кубок Сато были приглашены футбольные команды: Чехкар из Старых Атагов, команда Шатой из села Шатой, команда Борзой из войсковой части населенного пункта Борзой и команда Сато из села Урдюхой. У нас присутствует почетный гость, представитель команды Борзой Гульмагомедов Рамазан. Слово ему. Ассаламу алейкум. Очень приятно
то, что пригласили нас. Спасибо вам за организацию этого чемпионата. Ну, как говорится, пусть победит сильнейший. И вас тоже готовы приветствовать у нас Борзом. Соответственно, откроем пригласительный тоже. Спасибо. Спасибо. Футбольные команды провели несколько захватывающих игр, в результате которых в финал вышли команды Чехкар и Шатой. В напряженной игре первое место вырвала команда Шатой и завоевала кубок Сахту. У нас общий парад состоялась одна игра, сейчас начнется вторая игра. К нам прибыл почетный гость, помощник главы Чеченской Республики, неоднократный призер и победитель первенства России, неоднократный чемпион и призер мира Курбанов Лечий. Прежде чем дать ему слово, Лечий прекрасно владеет обстановкой Чеченской Республики. Какие условия создаются у нас в республике? Главой Чеченской Республики, и этапы приближаются в горные села. Но по инициативе, энтузиазма местных ребят, наставников, мы делаем мини-площадки, спортивные залы. Большое им спасибо. И если присутствует сегодня у нас помощник главы Чеченской Республики, большой спортсмен, участник многих турниров, в селении Урдухой по инициативе процентов на 30-40 построена вот эта площадка. Она пригодна для мини, для начинания, для того, чтобы ребята выходили в большой спорт. Лечий, мы просим использованное покрытие искусственное. Сами они установят, сами привезут использованные скамейки. Баушные скамейки, нам это подходит. Слово предоставляется помощнику главы Чеченской Республики первого открытого турнира на призы Сато Курбанову Лечи. О, кахар, площадки. Ренданое. О, хошел дошко, да, эмпа. Я говорю, о, амигар дошо. Шарока площадка летом, а штаром халит. И пау дуем, 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 Ақиқын дедірей сұлы, әрден чүмә дедірей сұлы дауды әбет дедір. Ақы оғыр, үріч әсәйтен сәтерішкі, қырдаш доққым дәттір демек, әзірейдік деме әсі. Ой, любой ноқ чү чү дәшлік деме сұл. Ой, яхма е, ой, да, мекш дәқчі. Любой ұмын дәң әт ақ. Әдейл ғейетін нес белі, іштбаған нес дәлі сұ Верим, бичи хатхит, да, верим, да. А угол халва, ой, махаре, талан. Шер, не бухаву, хал, и шер, бафер, ухвани. Так, ой, пачан, бана. Сам поддержк бана, а? Ой, масу, а, ой, ой, масу. Талан, ой, любой спортсмен. Хал, то хал, дарса, я понял, дуйчен, вага, вадуй. Так, там любой месте просто кахек чан, молодежь, просто кахек чан, то результат ты чан, волос, у меня чан. Любой месте, дюня, ты штаб, глобус, хаузаин, и пять твоих чан, просто твой хельчан, да, душок хельчан, твой лич хельчан, лоуш хельчан, большой лет спорт, хэри, хэри. Ой, дик гойч, хэри, любой месте, волос, да, доктом, да, да, ой, возможность, хэлэр, дукэ, да, хэлхан, гина, война. Так, возможно, лучше использовать. Я езжу. Так, спорт, отходите. Поймать там густо спортом, дештег, массу, а вот дештег. Так, пачана, деври, хава. Так, ой, махар, амад, аж бед, дел. Да, дул, дел, мы дел, массу, ма. Дел, мова, это юбилей, 70 лет. Амад, аж так, бед, кехуш, да, дул, дел, да, сока. Так, кедаха, Кейди кусови, толуш, каза, нау дуа дэма, ака, ама даж, да бе овоз, ака, да ти айбет кедер, хадин чон дедрес, хава, ака, дэл эхто бол. Дедрес, вы, чтобы получить эту площадку, нужно было пройти много бюрократических кабинетов.
с помощью Курбанова администрация дала вот этот участок, и она будет позже расширена. И я думаю, что то, что мы его попросили, использованную футбольное покрытие, он пробьет. И вы будете играть на хорошем поле, лишь бы его соблюдали. Помните слова великого Ахмад-Хаджи. Я всегда гордился своим народом. Нам создаются условия, чтобы вы были на самом высоком уровне, выступали не только на соревнованиях района, республики, СКФО, России, Европы, мира, но и на Олимпийских играх. Удачи! Удачи вам! Да, Тубой. Прошу прощения, главный судья соревнований Индарбиев Идрис. Он вам несет поправки. А вот с мячом. Ударь. Рамзан. Ниже секунды, а летит, а ты отцову. Всем участникам были вручены грамоты и вымпелы с эмблемой футбольной команды САТТУ. Гости и спортсмены получили возможность пообщаться друг с другом, завести новые знакомства. Встреча закончилась дружеским обедом в приятной дружеской атмосфере. Завоевала команда Шатой, капитан команды. Да, сидел.